Всем привет! Вы на моем канале. Сейчас я иду к своей бабушке. Сегодня у папы день рождения, получается, 20 октября. Я решила пойти к бабе. Вот мы сейчас идем. На самом деле здесь идти долговато. Получается, я живу в одном конце поселка, моя бабушка в другом. Вот мы сейчас идем. Сейчас уже ночь. Сейчас скажу. 11:10, то есть 23:10. И дороги просто все пустые. Я сейчас дойду до дороги, вам просто это покажу. Я еще не сделала уроки, поэтому завтра, получается, воскресенье, последний день, мне нужно будет сделать уроки. Получается, опять прийти домой и уже начать делать. И еще в субботу у меня английский. Я уже второй раз на него не пошла. Ну, в прошлое я просто забыла, ну и в этот, в принципе, тоже забыла. Да, такая прогулка. И, между прочим, на уроках я говорю, что я не хочу идти и не прихожу. Просто пропускаю по занятию, и это тоже не очень. Я уже, кстати, почти дошла до дороги. Ну и поскольку ночь, не очень хорошее качество, в этом видео совета тоже не будет. Сейчас вам покажу дорогу. Ребят, все, я уже на дороге. Смотрите, просто все пустое. Нет никаких машин, вот фары не светят. Здесь очень плохо видно, поскольку ночь. Ладно. Вот, в общем, там какая-то машина едет. Ну, то есть машин мало и... в общем, очень. Наверное, продолжу я снимать уже дома, потому что на улице очень холодно. У меня просто вот мёрзнут руки, они уже трясутся. Вообще, я вся замерзла, сейчас снимаю палку, и мне ее нужно регулировать, чтобы еще был фокус, потому что ночь, фонарик потухает. В общем, наверное, я буду доснимаю этот влог, но не ночью, а дома. Ребят, здесь, короче, фонари, я иду, здесь нормальное освещение, хоть я иду с фонариком, но здесь, в принципе, так, вон, видите, сколько фонарей, блин, как бы вам показать-то? Вон сколько фонарей, поэтому освещение здесь нормально, здесь тоже вот вам решила снять. Просто мы сейчас идем только наполовину пути, мы идем уже примерно, ну, минут 20. А, получается, до моей бабушки идти 40 минут. И на улице минус 1, на самом деле мороз будто, не знаю, зимой будет еще холоднее. И просто такой легенькой курточки, хоть на мне вот и кофта одета, но мне все равно прохладно, и плюс еще джинсы и ботиночки. Я, кстати, в этом видео не буду показывать, ну, что на мне одето, что в моем рюкзаке вот он есть. Я это, наверное, покажу уже дома, потому что, ну, на улице нет смысла ничего показывать. Во-первых, замерзну я, а во-вторых... Что-то во-вторых-то, а? Надо придумать. Ладно. А во-вторых, ну, это будет все с ветром вот так вот. То есть, у нас на улице ветер, вот я выбираю так, чтобы ветер не дул. Ну ладно, я уже точно вернусь к вам дома, потому что уже, правда, холоднее становится. Ребят, ну что, я только пришла, уже села, сейчас буду раздеваться, ложиться спать уже, правда, вот время 23:31, то есть вот мы за 40 минут дошли. Все, уже надо сейчас смонтирую этот ролик, выложу и... Уже будем ложиться спать. На самом деле нет.